трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Сотрудники ДПС не должны выезжать на оформление ДТП без пострадавших. Это позиция депутата Госдумы Вячеслава Лысакова. Рассмотреть соответствующий вопрос парламентарий попросил премьер-министра Дмитрия Медведева. Чтобы водители не запаниковали, Лысаков предлагает увеличить лимит европротокола до 500 000 рублей. Кстати, скоро он должен вырасти до 100 тысяч. Госдума одобрила данную инициативу в первом чтении. Трасса 101. Обсуждается в Госдуме вопрос и об увеличении штрафа для пешеходов. Тому же Лысакову адекватной видится сумма в 1000 рублей вместо нынешних 500. Другие депутаты хотят поднять размер взыскания сразу до 2500. Столько скоро будем платить мы за непропуск пешехода. По мнению данной группы народных избранников, наказание для тех, кто за рулем, и для тех, кто передвигается на своих двоих, должно быть сопоставимым. Трасса 101. 13 300 человек погибли на российских дорогах с января по сентябрь 2017-го. За аналогичный период прошлого года цифра была больше на 1500. Число пострадавших в автоавариях тоже уменьшилось на 10 тысяч. Больше всего ДТП фиксируется в Москве. На втором месте Краснодарский край. Там чаще всего и гибнут водители, пассажиры и пешеходы. На третьей строчке Московская область. Росстандарт заявил о небезопасности популярных автомобильных колесных дисков Nitro Y355. Они, говорится в сообщении ведомства, не соответствуют нашим ГОСТам. В частности, диски не прошли испытания на удар под углом 13 градусов и 30 градусов. Владельцам данной продукции рекомендовано требовать с продавца возврата денег или обмена. Трасса 101. Законодатели Москвы хотят изменить правила предоставления льготы по транспортному налогу многодетным семьям. По действующим нормам, если в семье, проживающей в столице, 3 и более ребенка, то она может не оплачивать налог на одну машину. Некоторым этого показалось мало, ведь если детей в семье 8, то им и их родителям нужны 2 автомобиля, 12, 3 и так далее. Добавлю, что в России неоднократно поднимался вопрос отмены транспортного налога для многодетных. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.